30 ноября. Есть потребность прокатиться по нашему Полевскому району. Небольшой шопинг. Нужен кое-какой инструмент. Вчера вечером и сегодня уже с утра, ну, примерно над моим участком, летает квадрокоптер, летает дрон, жужжит, а вчера в сумерках еще и мигал красным светодиодом. Кому-то очень интересно и очень любопытно, как живут люди, что делают, чем занимаются. У нас тут собачки бегают. Выглядят как породистые лайки. Мне нужен инструмент такого часового плана. Очень мелкий, тонкий инструмент. И, в общем-то, нужен просто-напросто шестигранник, но очень-очень маленький. Мелкие у меня уже есть, но нужен еще мельче. Я не знаю, не уверен, смогу ли я его найти. Но 2-3 магазина есть смысл посетить. Может быть, и найду. Не могу начать работу, не могу открутить винт с такой вот мелкой шестигранной, с мелким шестигранником. Ну и в результате не могу снять ручку громкости на усилителе Trio Kenwood KA7300D. И без этого не могу начать разборку, профилактику, обслуживание. Ну, прям вся работа остановилась прям в самом начале. С утра выглядывало солнышко, но сейчас опять затянуло небо. Все пасмурно. Сегодня у нас день недели, вторник, рабочий день. Люди трудятся, зарабатывают себе на жизнь, на хлеб. Кто-то с маслом, кто-то, может быть, даже еще и с икрой. А мы катаемся, но у нас тоже есть свои цели, свои задачи, свои задумки. Ну, есть и возможности. Это
105-й рейсовый автобус, который оказывает транспортные услуги пассажироперевозок между станционным Полевским и непосредственно с городской частью города Полевского. Асфальт сегодня мокрый, слегка мокрый. Так. Мужик остановился на обочине, вышел и перекуривает. Вот такова доля курильщика. Чтобы уши не опухли, нужно остановиться, выйти из автомобиля и покурить. В машине делать это не камильфо. Машина прокуривается, воняет. Это нехорошо. Поэтому на свежем воздухе нужно подышать трубочку табачную вместо хорошего лесного свежего воздуха. Лет 25-30 назад я тоже курил, и сейчас вспоминаю о том периоде и именно о курении с сожалением. И очень хорошо, что бросил. Поэтому с удовольствием проведу антиникотиновую пропаганду, противотабачную. Ребята, кто еще курит, бросайте. Это очень легко. Зато потом вы будете свободны от этой зависимости пагубной. Здоровье ваше существенно будет лучше. А те, кто худые, еще и поправятся. Килограмм на 10-15. Некоторый запас жира, он необходим человеку. Даже пословица есть такая: пока толстый сохнет, худой уже сдохнет. Так что сами думайте. Приближаемся к развилке, к перекрестку. Здесь устроили хранилище древесины. Много очень березовых стволов, но есть и сосновые. Вот, налево дорога идет в южную часть города Полевского и в Челябинскую область, через Верхний Уфалей, Иткуль. Ну а нам сегодня направо. Мы едем в северную часть города Полевского. Левую руку от меня большие исторические отвалы грунта, ну а за ними карьеры. Когда-то это были карьеры ивановских рудников. Несколько здесь их
Чего тут добывали, я не буду вас вводить в заблуждение, но, скорее всего, железомедную руду, собственно, с чего наш Полевской начинался, с добычи меди, железа, ну, скорее всего, такая вот руда здесь добывалась и поступала на переработку. Впереди у нас небольшой перевал, небольшая гора или холм. В этих лесах на протяжении всего пути, вот где мы едем, обилие ягод, грибов, соответствующий сезон, поэтому очень много людей именно здесь и собирает и грибы, и ягоды. Не надо никуда далеко ездить, если есть желание, здесь можно все найти. Табличка Полевской, то есть мы въезжаем уже на территорию самого города, но автомобилисты знают, что скорость движения должна не превышать порядка 60 километров плюс-минус. Так, что у нас по радио? Это медленная музыка, жанр, по-моему, джаз. Мы едем по улице, которая называется Магистраль. Эта магистраль соединяет северную и южную часть города Полевского. Вот такая довольно оживленная транспортная артерия. Часто по ней приходится ездить. Ну, практически на всем протяжении это пространство застроено корпусами, цехами Северского трубного завода СТЗ. Это градообразующее предприятие нашего города. Очень серьезное предприятие, которое дает жизнь нашему городу, району. Ну и, соответственно, людям, которые здесь проживают. Не было бы завода, я думаю, за последние 30 лет, за все эти перипетии, которые мы пережили, давно бы наш город захерел. А так все на плаву, все трудится, все работает.
По левую руку у меня Северский пруд. На льду сидит, ну, по меньшей мере, штук 20-25, наверное, любителей подледного лова. Кто прям так на льду, кто в палаточке. Но рыбаков очень много. Тепло. Чё б не посидеть. Тем более, если еще и клюет. Вот дамба и плотина заводская. Когда-то по левую руку здесь были пляжи, рейлинги для яхт, лодочная станция, где можно было взять лодку на прокат. В общем, любимое место отдыха трудящихся города Полевского. Сейчас этого ничего нет. Ну, так решили, что народу это не нужно. Когда-то здесь занимались люди водными лыжами. Такой спорт очень популярен был в Полевском. На водных лыжах и фигурное катание всевозможное показывали. Прыжки там всякие, перевороты и прыжки через трамплин. Прыжки с трамплина. Ничего этого давным-давно уже нет. Так, надо вспоминать, куда мне заехать сначала, а куда потом. Ну, наверное, сначала вот в магазин под названием «Деловая техника». Предполагаю, что там я могу найти нужные мне инструменты. Да, это улица Вершинина, по которой мы едем. Когда-то называлась улица Пролетарская. Пролетарии здесь, потому что чаще всего ходили на работу, с работы на завод. А потом именем, по фамилии первого директора завода, послевоенный период, Вершинин. Ну и улицу переименовали. Правую руку рынок, один из двух. Нам туда не надо сегодня. Техника. Мы снова вместе.
Ну что, магазин «Деловая техника» порадовал. Я сходу купил за 20 рублей шестигранничек полуторамиллиметровый. Посмотрим, тот ли это, который именно мне нужен. Я буду надеяться. Интересно, какого типа размера тот, который имею я, 2,5 или 2, может быть, есть какие-то промежуточные типа размеры, и приобретенный окажется меньше искомого. Вот тогда будет прикол. Есть место для стоянки, которое мы сейчас и займем. Идут, бредут люди, пешеходы. Выражения лиц унылые, напряженные, озабоченные. Думают о бытие, о сегодняшнем, о завтрашнем дне. У всех какие-то хлопоты. Один я балдею. Шутка. Сижу, вспоминаю, может быть, что-то еще надо прикупить. Не хотелось бы забыть. Пацаны продают девятку, а восьмерку. Происходит осмотр автомобиля. Ну давайте заглянем на площадь, посмотрим, что там за обстановка. Так, перекресток, Роза Люксембург, Свердлова. Страшный автобус выворачивает. Движение начинаем только на зеленый сигнал светофора. Улица Ленина. Все, зима. Плюс 4 градуса за бортом уже. Ребята, плюс 4 градуса. 30 ноября. Ёлки-палки. Вот это да. Нежданно-негаданно. И последующая неделя, 7 дней, 6-7 дней. Вот так вот тепло и будет. Я думаю, весь снег растает. Я-то думал, что все уже, снежок лег. Однако
Кажется мне, что это не так. Ну вот оно, ребята. Дворец культуры Северского трубного завода. На крыше работают кровельщики. Задумали они что-то в декабре месяце производить какие-то работы. Проверим, как работает Zoom в моей камере смартфона. По-моему, вот сейчас максимальный Zoom. Движок заведен. Телефон немножко шевелится. Так, ну ладно, ничего тут, никаких событий я не вижу, ничего не происходит. Выезжаем обратно на Ленина и движемся на выезд в сторону улицы Вершинина и далее на магистраль. Зеленый свет. Так, нам зеленый, и мы движемся направо. Улица Вершинина. У завода управления уже елка новогодняя стоит, наряженная огромными цветными шарами. Красиво смотрится. 30 ноября уже елка. Рождественское дерево, новогоднее дерево. Christmas tree. Уже наряжено за месяц до событий. В принципе, хорошо. Люди стараются как-то немножко скрасить образы, скрасить настроение хоть в чем-то. Какая-то добрая душа приняла решение, дала распоряжение, и работа была выполнена. Мы едем абсолютно
Так, что такое пропикало? А, возможен гололед. Машина моя информирует меня звуковым сигналом и надписью на дисплее передней панели. Какой же может быть гололед? Вот сейчас плюс 3 градуса показывает термометр. Резко похолодало. С плюс 4 до плюс 3. Нам правее. Это место всегда называлось Октябрьский поселок. По правую руку здесь большая электроподстанция. И рядом несколько бараков стояло, люди жили. Возможно, даже и сейчас живут. Какие-то неприкаянные души вынуждены проживать. Налево. На нашу лесную дорогу. Лес везут, машина за машиной. Огромное количество леса вывозится. А здесь вот из этих мест пилят и так продают. Лесопилок тут достаточно много у нас по округе. Поперла, короче, цена удвоилась. И лес стали безбожно выпиливать в любых количествах. Олигархи продолжают обогащаться. Вот он хребет, ну, небольшой, так сказать, перевальчик Уфалейского хребта. Тянется он издалека и дальше идет. Thank you.
Т-образный перекресток направо в Челябинскую область, на Иткуль, на Верхний Уфалей, нам налево. Этим пригорочком начинается наше Берендеево царство. Здесь светло.
Собачка прогуливается, идет на пешеходный переход и будет переходить на другую сторону дороги. Местное время 12:30. К обеду дело идет. Еще один переезд. Знак стоп-линия. Дорога открыта. И мы едем дальше. Здесь у нас магазинчик, каменный цветок. Что там, как там квадрокоптер, как там дрон летает или уже все, съемки завершены. Ну и все, здесь нам налево. Вот мои соседи. Здравствуйте, соседи. Здравствуйте.